О том, что творится в душе другого человека, догадаться сложно. Еще сложнее разобраться в себе. Этот проективный тест может помочь понять то, чего в вашей личности в избытке, а чего так не хватает. Посмотрите на рисунок, какой элемент привлек ваше внимание в первую очередь. Если первое, что вы видели, это море, то вас можно считать добрым и терпимым человеком. Определенно, вы обладатель хорошего характера, еще его называют мягким. Чья-либо просьба для вас – это в ответ всегда реальная помощь словом, советом, действием. При всей мягкости характера вы борец за справедливость, нетерпимы к проявлению угроз, языка вражды, стараетесь погасить конфликты. Умеете своей личностью собственным примером поддержать спокойную атмосферу в любом коллективе. Психологи про такие типажи, как у вас, говорят, они жертвенны, думают о собственных интересах обычно не в первую очередь. Если вас ударили по правой щеке, смиренно подставь левую, это про вас. Из любой сложной ситуации вы всегда сделаете выводы. Люди, которые знают вас достаточно долго, запросто могут подтвердить, что вы прекрасный человек и достойный друг. Однако есть те, кто подтвердит, что вы добрейший души человек, но спустя время воспользуются вашим доверием в своих целях. Если первое, что вы увидели, это человек и все, что к нему относится, глаза, нос, уши, рот, то ваш характер уникален. Вы в меру добры, но ситуативно при этом ваши слова и действия несут двусмысленность. Вас можно назвать справедливым, заботливым, сочувствующим человеком. Вы во всем способны уловить меру, тонко чувствуете границы и не пересекаете черту, которую пересекать никак нельзя. Вас можно назвать любителем компании, так как имеете врожденное чувство юмора. В целом вы обладаете балансом всех черт характера. Когда захотите, вы можете быть и добрым, и шутливым, и общительным, и вас боготворят за этот спектр качеств. Люди знают, что на вас можно рассчитывать, однако сказать свое «нет» вы можете мгновенно, не раздумывая, всегда и любому. Манипулировать вашими чувствами сложно. Если первое, что вы увидели, это корабль, то ваш язык остр, как пила, а переполнены вы иронией и сарказмом. Про таких, как вы, за глаза говорят, он жесткий человек, так как ваша прямолинейность порой зашкаливает. Особенно эта черта характера не по нраву будет тем, кто с вами сталкивается впервые. Эти качества почти всегда отталкивают людей. Для большинства вы слишком самоуверенный человек. Возможно, вы даже злоупотребляете этой чертой, показывая, какая вы харизматичная личность. Психологи дают совет быть чуть мягче и терпеливее, ведь говорить правду в лицо не каждый сможет. Вы искренне уверены, что ваша критика спасет мир, что ваши советы бесценны, и именно за это вас и не любят. Однако из таких, как вы, выходят самые крепкие управленцы и сильные исполнители, работающие на результат. И да, ваш успех, ой, как раздражает тех, кто вас знает. Если первое, что вы разглядели, надписи на шее, это говорит о вашем абсолютном эгоизме, чрезмерной жесткости по отношению к другим. Ваши интересы в любом деле в приоритете. Снисхождение к людям – это не про вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что первым на этой картинке разглядели вы. И совпал ли результат с тем, что есть на самом деле. Мне будет это интересно узнать. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.